Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Калмыкии вырос почти в 3 раза. По данным регионального отделения Национального банка, на начало этого года он составил более 9,5 миллиардов рублей. Всего же в 2023 году банки выдали субъектам МСП региона более 12 миллиардов рублей кредитов. Это в 3-кратном размере превышает объем, выданный годом ранее. Динамика выдач в этом сегменте во многом связана с реализацией региональных мер стимулирования предпринимательской деятельности, а также действием льготных программ кредитования МСП. Заемные средства, в том числе на инвестиционные цели, помогают предпринимателям перестраивать производственные процессы, увеличивать мощности. Активнее всего кредитовались торговые, сельскохозяйственные организации, предприятия транспорта и связи.